CPU 21 зараз роблю. Заходь. Надо заново пароль писать. У тебя этот хак еще работает со всеми чарами? Скорее всего, не знаю. Что, у тебя микрофон другой? Не, я этот эквалайзер включил, потому что на записи у меня слишком гул был, глухой голос буквально. Слишком дядька, короче. Хочешь так помоложе чё, звучать? Я пароль, чё? Q21. Не, просто не слышно нихуя, если... Ещё не могу, чтобы в Discord Twitch нормально выводился. Порылый. В итоге звук, блядь, такой себе. В итоге звук, блядь, такой себе. Ну лучше, но, блядь. Причём... Эквалайзер, наверное, выключу. Все, короче. Надеюсь, блядь, не надо перезаходить в Дискорд. Алло. Да. Значит, слышно. Порылая сука. Believe in victory. Battle 1. Engage. Коко, сука. Алло. Да. Ладно. О, найс игра. Смоктай пищу, братик. Бля, почти. Бля, потому что у тебя хуйня мультихитовая. Что это, бля? Животное. Это хороший персонаж. Мультихитовая мразь, бля. Я могу задолжить удар, но потом после него еще 10 ударов идет. Причем там такой дилей ебанутый. Бля, не зарядился. Лол, что, блядь? Вот так вот, еще и закомбил, блядь. Жал пари, еще и закомбил. Тебе нравится?
Но он кукинг. Кукинг, блин. Ой, оно еще и хукает. Ну, блядь, твою мать. Чё, смерть? Ну, у меня кончились заряды. Блядь, что ты сделал? Это Rage Strike. Пизда. Это B плюс C, блядь, кнопка. Я тоже есть. Я когда его нажимаю, там какая-то хуйня, блядь. Тупорылая, ненужная, юзается. Не имба, короче. Я нажимал. Упс. Случайно за комбо. Это я не слышал музыку в этой игре. Вот так вот. Блядь, два раза грабом промахнулся, но это, конечно, сильно. Бля, реверсал нажал. А, нет, это не реверсал. Заебись. Ну, вырывайся, надо тоже тебе жать. Б плюс С жми, когда это происходит. Надо хоткей, блядь, для этого. Ну я без хоткеев. Да, все равно два даджа нажал, все равно не помогло. О, заебись, блин. Заебись. Я ударил куклу, она все равно продолжала бить. Нахуярит. Ну что, я нажал 5, а? Не, у меня претензии... У меня только претензии к своему чарджу, да. Что он стал хуже, бля. Зато ему добавили... Ну всем добавили, блядь. Эти хуни над через Д. Да, бизнес. Гарис. А ты такой злой, как я. Абари бараба луп. Бля, почти! Боже, боже, ну. Excellent.
блядь, нас чарик качек. Я знаю. Оп. Ой. Иду плакать. Нас чарик. Хороший, правда. Плохо, что я ничего не могу сделать. Attention. Ты бы... Вернулись, короче, понял? Меня кикнуло. Написано, что я не законнекчен к сети. Логин. You've signed out. Сейчас перезайду в игру. Качка тебя выкинула. Да. Банс конфе, блин. Unable to sync. Подожди. Grand Blue Fantasy Versus. Ты чё? Да, чё мне делать? Подожди. Да. Up to date, всё нормально, блядь. Просто посреди игры кикнули. Наверное, за читы кикнули. Наверное. Grand Blue Fantasy Versus. Rising. Ну, connecting. Пацаны не могут пофиксить ебаный connection в ебучем лобби. И в игре, блять. Как они вообще соберу... Ну, смогут ли они пофиксить экзашник ебаный? Сука, блядь. Я надо музыку в игре скрутить, потому что музыка реально, блядь. Фу, нахуй. Мешает. Я не слышу, как твоя шлюха стонет. Там у куклы озвучка слышал? Нормальная, да. Да, надо, надо. У него английская надо, чтобы озвучка ещё мотивация лучше. Была. Да? Да, сейчас включу. Так. Она прям орёт, реально, блядь, истерика у неё, пизда там. Так, ещё раз проверим. Музик 30, во. Что там, Q29? Я хочу звук поменять, тёлка. Надо перезайти, походу. Ну да. На, ну черный экран, блядь, пиздец. На, почему? Ну черный экран, блядь, пиздец. На. Ну потому что OBS конченый новый, блядь. Он хуже, блядь. Старый нормальный, но там десинк со звуком почему-то, блядь. А, не знаю, как это фиксить. Я даже пробовал там сдвиги делать с звука. Это все равно, бля, не помогает. Так что я хотел. Сдвиги только в голове происходят. Фу, скрин. Может так будет. Ну да, в принципе, должно. Все создаю. Все создаю. Да, все нормально. Все создаю. Все. Роль Q21. Угу. Педорюга. Бля, надо поставить себе саке ебаные. Нет, у меня есть саке дома. Сейчас приду. Я все равно коннектинг. Сейчас.
Да у меня вино домашнее, бля, ебучее. Ты чё, ебанулся, бля? Сука, спирт хуярит. Я спирт с конфетками вишневыми, блядь, развел охуенная тема. Так есть так, конфеты даже сразу. Не, так я на том так лучше. Сейчас послушай, сейчас звучит. Бля, рекавери. Во, найс реверсал. Ого, нихуя себе. Она как эта краба из доты. Да, это как-то тихая она. Так, японская там вообще прям, блядь. Да, да, да. Я поэтому и говорю. Прикольно, что в зависимости от озвучки игры я слышу разную озвучку. Типа, у меня аж японская озвучка, но я слышу английский. Я вот я так закомбить не могу, блядь, какого хуя. Мада-мада. Охуеть. На нахуй. На нахуй. Бля. Блядь, я запутался в клаве, блин. Я просто жду твоего реверсала тупорылого, блин. Не повезло. Никогда не могу первым ударить, бля. Пиздец, бля. Найс, блядь. Есть. Есть. Да! Надо, короче, зайти в озвучку игры, когда он в конце что-то там говорит. Надо сделать, чтобы он орал Аллах Акбар, бля, ебаный. Там будут моды потом. Это можно без этого. Это дорожку игры найти. Найс, найс игра, найс игра. Что? Ну почему? Ну почему? Ну почему такой тупой перри? Там, короче, я нажимаю додж, она нажимает тычку. И, боже, я могу дальше бить, но нет, там, блядь, хуйня ебаная. Очнулся. О. Блин,
просто рекавери, просто рекавери. Ебать, лол. Пиздец. Ну нормально. Уже в воздухе это не блочится. Нормально, да? О, видел пинг нормальный 33? Вчера был 60 с чем-то. Что-то они сделали. Ну, я сегодня с Бекама играл, был пинг 100, блядь. 110, прикинь. Чел в Киеве живет. Там уже нет. Ладно, я обосрался. Просто пол хп. Я спокойный. Да. Да, нажал 5b, проиграл, пиздец. Ну это, блядь, вообще очень тупо. Нормально. Это нормально. Бля, еще и убил. Давай, а огонь тебя не дамажит, не убивает? Давай, я буду. Я думаю, ультра супер. Да, чем меньше стаков, тем больше он дамажит еще. Ну почему? Блять, я правильно все делаю, но все равно не хватает. Боже, вот это дамаж. О, нормально. О, все, я замаш. О, гага. Я съел. Рейс траки узать дебил. Не. Да не въедет.
Просто не закомбил и получил в лицо сам комбо. Ну такое. Почему у меня супера такого нет, чтобы в Винвуле быть, блять, и просто мультик запускался? Там ванфреймовый. Это пэри типичное, что хочешь. Че, чтобы у меня тоже был пэри? Ну, за один моего чара. Ебать, там плюс у тебя. А, ну да. Все честно, правда. Ты прыгнул, но Кизема все равно есть. Да, у меня чар такой. Все есть. Бля. Это был 6-2-3 такой. Ну, за канал. Моба сдох, наверное. Believe in victory. Battle 1. Engage. Ну блядь, ну почему? Изи. Пинг уже 50, как это работает? Начинаешь выигрывать, я начинал лайфхайк. Понял. О боже, наконец-то я именно выиграл, бля. Боже, сколько я раз проиграл, Винс. Боже, а у нас 50 на 50 почти. А, у меня такое ощущение, что я проиграл все катки, только сейчас первый раз выиграл. Такая доминация. Ой, сердце,
Please wait, блядь. I'm sick out, блядь. Я сейчас скрин кину, блядь. Ну я там выиграл. Я выиграл, мам. Там команд граб и диалка бэш на комбице. Оффлайн мод. Да, надо опять перезаходить. Ну, у тебя интернет дропается, качка. Да? Да. Чё на войсе? Говорю, качка, качка, ты ничего не говоришь. А-а-а, ебать. Ну, ща пинг включу. Ебать. Это очень странно, конечно. Уф. Даже не представляю, нахуй. Да, пинг скачет. Может, у меня... Ну, блядь, у меня стрим запущен, блядь. У меня стрим запущен, блядь. Сейчас я его вырублю, наверное. Лол. Выключаю батлнеты. Да, бля, мне нечего выключать, боже. Ладно, все. Стрим запускаю. Это, кстати, было... Ты 4 катки выиграл, я 3. Вот эту четвертую я победил, нахуй. Бля, ну вот это вот... Я жму додж, еще раз додж, и я все равно в минуса. О. Ебать, ты качка промагиваешь. Да, я только что... Пролетел. Сейчас, подожди, я сейчас думаю, блядь. Блять, тупорылая нахуй. А это, кстати, у меня провайдер тоже может быть. Так что все возможно, бля. Потому что у меня провайдер уже давно... Давным-давно скурвился. Типа... Хоть 300 пинга нету. И на том спасибо. Тупорылый, блять. Гигабитный интернет дауны запускают, не могут 100 мегабит обеспечить. Лагает, блять, интернет без торрентов, без нихуя. Коннектинг, ёбаный в рот, как же долго, бля. Ох, блядь, как же. Уф. Упс, кто нажал? Q21. Q21. Я захожу, но не заходится. О, зашло. И управление не работает. О, работает. Нас игра. Ну, ready нажми. То есть я не хочу. Придется нажать.
Комментатора надо выключить, этого уебанского, бля, я бы его ушатал. А у тебя уже А-ранг, ты чё, играл в игры? Я играю, мне нравится вот в этой баш. На правильном чаре всегда, да? Нормально. Да, бля, я до этого играл на Омиге. На нормале играл, на которой никто не умеет играть вообще, кроме двух людей в мире. КБ просто гамно, сука. Изи, изи, изи. Ай, бить. Пизда. Я хуёво сейчас 2-3, короче, выиграл игру. Повезло, повезло. Разъёбка. Believe in victory. Battle 1. Хочу меньше играть, получается. Не, ну твоя кукла сильнее, бля, чем я. Боже. Что это? Что это, блядь? Да, там плюсы просто, блядь. Без всяких но. А, ну блядь. Я думал, если я сделаю 6-2-3 далеко, то я успею заблочить. Ну, блядь, чё. Это не на том чаре играю. Ты вот чё, прикололся? Вот. А чё мне делать? Так я не должен. Так, дамажа нет. Иха-ха, бля, чё это вообще? Угромил я с этой язычки. Иха-ха, нереальный. Боже, 20 нажал. О. На. Ой,
О боже, что это было, блин? Чик-чик-чик! Это качка, бля... Постриг, короче, пробуй. Это ультимейт версия скилла, по 3 дыша. Пиздец, блин. Это реверсал? А нет, это прожектайл. О. Да, нет. Давай! А, да. Ты супер нажал свой, бля, нечестно. Все правильно. Как же тупорылые суперы у меня, бля. Умирай. Реально тупорылые, бля. У тебя чар такой, типа, да, говна. Мы все говорили, что он SSS тир, поэтому сорян. Мнение свиней важнее. Да, 50 раз миксап, миксап из грабов. Такой вообще. Уго, как умеет. Проблема в том, что с Петя нет, нечем комбить, бля. Ну да. А пиздец, бля. А ты пиздец гонишь, бля. Граб мастер. О боже! Что? Да. Что? Ну чё за хуйня? Это Rage Strike, бля, который ты не прервал. Бля! Ты мог его прервать. Боже. Unbelievable, нахуй. Бля, на один. Ого, что это было? А, ты ударом ты меня убил? Да. Но, как я там оказался? Так я не успел свой супер. Бля, почти грабнул. Я тебя почти грабнул. Иди нахуй с этими грабами, бля. Боже. Это было так близко, я ебал. Не мешай мне выиграть. О боже, вот это я тебя размотал, блядь. Thank you.
Ну, бля, опять please wait. И пинг у меня работает, да? Да, пишет, что я вышел. А, не работает. Да, у меня интернет просто отваливается. На... Интернет ебаный. Да. Бывает, чё. Угу. Самая главная проблема в том, что у меня альтернатив нет, блин. По, ну, блядь, что такой... он хотя бы есть. Либо такой интернет, либо никакой вообще, блин. Не, самое обидное то, что интернет-то был нормальный, блядь. Можно было качать торренты на и раздавать одновременно, и интернет не лагает. Вот сейчас интернет лагает просто так. Так захотел. Вот ему так захотелось, и все. Grand Blue Fantasy Versus. Да, до сих пор офлайн висит, чё? Поиграно, блять.